Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами Sperlin 87. И сегодня я хочу поговорить о недавно появившемся меме «Мистер Дудец». Спасибо, что посетил нас. Кто такой мистер Дудец и почему его все благодарят? В последнюю неделю российские соцсети охвачены потоками благодарности мистеру Дудцу. Ежеминутно десятки людей говорят ему спасибо. Взамен он дарит им крепкие кости и кальций. Медиа Ликс рассказывает, откуда появился загадочный череп с трубой. В сентябре этого года ВКонтакте начал массово благодарить череп с трубой по имени мистер Дудец. Он обещает благословить тебя крепкими костями и кальцием, если сделать репост его портрета, лайкнуть его или просто оставить комментарий с благодарностью. На Западе мистер Дудец известен как Skull Trumpet, череп-трубач. Согласно сайту Know Your Meme, первое изображение мема появилось еще в 1995 году. Однако настоящую популярность он получил только в 2011, когда пользователь PyPuppy89 загрузил на YouTube секундное видео с трубачом. Позже ролик удалили, но сохранились его копии. В том же году на Фейсбуке была создана фан-страница черепа трубача и начали появляться первые пародии. В России мем стал популярным в этом году на имиджборде Двач. Пользователи постили изображение мистера Дудца, обещавшего одарить кальцием и крепкими костями каждого, кто поблагодарит его. Запостив картинку, можно было свести любое обсуждение на нет. Десятки людей начинали благодарить черепа трубача, забывая о теме разговора. Каждого запостившего в тред мистер Дудец благословит кальцием и крепкими костями, но только если вы напишете «Спасибо, мистер Дудец». Помимо картинки, особенно популярным стало видео, на котором мистер Дудец исполняет композицию австралийского диджея Тимми Трампета «Bleed». В сентябре мем добрался и до широких аудитории. Если набрать в поиске ВКонтакте «Мистер Дудец», можно увидеть, как десятки пользователей благодарят его каждую минуту. В соцсети уже созданы несколько пабликов о черепе трубаче и одноименные аккаунты. О его популярности говорит и статистика запросов Google. Спасибо вам за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Услышимся!